Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova YX70. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш данного устройства. Итак, для начала мы отключаем телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости и держим до момента, пока не появится логотип на экране. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в такое вот меню. Здесь нам нужно выбрать Clear Data. Делаем это при помощи кнопочек громкости и кнопочки питания. Далее выбираем Wipe Cache Partition. Возвращаемся и выбираем Restart. И ждем, когда устройство перезагрузится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.